What gay fucking line are you about to do now? Что делать нам по вечерам среди многоэтажек? У нормальных пацанов в голове одно и то же. Найти девчонок и устроить вечеринку. Там вы, ребята, чик под снег и стук. Блондинка или брюнетка, какая разница? Смотри, какие папа, какая стадия. Какие чики лучше? Лучше чики наши. Где лучше чики, ребята? Лучше чики в Раше. Мальчик хочет Стамбул. Чики-чики, да. Мальчик хочет в Ростов. Чики-чики, да. Парни за грань столицы считают дикими. Мы своих девчонок называем строго чиками. Чики-чики-чики-чики-чики. Тут чики там. Чики-чики-чики-чики-чики. Тут чики там. Чики-чики-чики-чики-чики. Тут чики там. Надо дать прокачку. Что любят чики, брачу? Чики любят плачу. Чики любят плачу. Значит, мускулы не прячу. Об этом знает у нас любой Алёша. Мы заряжаем для них любые колеса. Мы регулярно их мутим в клубы и шопы. Реальная любовь, это не прошу. Не нужен нам турецкий перец и Африка. Ведь нашим чикам нужен перец, а не паприка. Где лучшие чики? Где лучшие чики?